Меня зовут Тимофей Кулябин, я режиссер спектакля «Нора» или «Кукольный дом». И, может быть, самое важное, что хотелось бы мне сказать, это то, что наш спектакль, он не очень обычный, потому что актеры практически не произносят текст Ибсена вживую, как это происходит в обычных спектаклях. Они его печатают друг другу через смс-сообщения, посылают через Facebook, через WhatsApp, через разные всякие социальные мессенджеры. Это такая базовая идея, которая у меня родилась, потому что мне всегда интересно в театре новый способ коммуникации актера на сцене и актера и зрителя. А пьеса «Нора» была выбрана ровно потому, что мне казалось, что для такого приема нужно выбрать какой-то очень такой уставший, устаревший текст, который уже миллион раз ставился, и кажется, что ничего нового в нем найти невозможно. Именно поэтому я выбрал пьесу «Нора», поскольку она одна из самых ставящихся пьес мирового репертуара.